Один, два, три, четыре, пять. Зайчик снова вышел погулять. Он сегодня водочку не пил. Он сегодня трезвый. Играет на трезвяк. Обычно он играет это дело выпивший. Так, куда поехал? Ты куда поехал? Он, видите, даже не туда поехал. Один еще поехал. Он, блин, хотел чего-то там добиться. Вот жмот. А ты, блин, рука косячная. Тебя тут еще будут. Правильно, мы сейчас прячемся за кого-нибудь. Еще своего замочим. Броня не пробита. Да, броня не пробита. А чем мы умеем пробивать-то? Ну, нашу арту затачили, блин. И этот тут еще чего-то светить будет. Сейчас все артиллерии нафига тут накроет нас тут, блин. Все, по-моему, мы потеряли инициативу или еще нет? Еще нет. Еще не совсем. Еще не совсем. Сейчас накроют пушкой и нас, блин, сейчас. Ух ты, выжили. Артиллерии накрывают. А мы... О, блин. Нас уничтожили. Не мечтайте о большем, как говорится. Ну, давайте понаблюдаем за нашими коллегами по танкам. Ну, давай, сейчас мочим. Правда. О, круто. Ха, два танка. Хи. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Ладно, это мы записали для того, чтобы потом клипы делать. Танковые клипы. Наложим музыку на них. Интересные ситуации. Так, этот КБ-85. Минздрав. Минздрав. А я ему пофигу. Сейчас он доберет вот этот, который 3-4%. Давай. 4% остался. Удирает. Да, тут, блин, сильно не разбежишься. Но все, блин, пока ты там косил куда-то, тебя закосили. Косячники тут все, олени, раки и кто еще? Нубы. Все мы такие, когда проигрываем. А когда выиграем, мы все герои. Ну все. 1% сейчас хлопнет, он бык и сгорит как спичка. Бум. Вот так вот. И заканчивается наша игра. Мы смотрим на наши нерезультаты. Наш нерезультат. О, мы даже один танк подбили. 4000 серебра. Не за фиг собачий.
Да, 107 опыта — это фигня, но тем не менее...